сыграли двустороннюю игру, пригласили ряд игроков из молодежной команды. Они сами сейчас тренируются, подключили их к нам. Мы смотрим и смотрим на будущее, их будущее смотрим вообще. Двустороннюю игру сыграли, два периода полностью. Немножко эмоций там, ребята немножко тут тренироваться-то одно, а играть совсем другое. Ну, немножко, чтобы они хоть поиграли в хоккей. А то последнюю игру мы 14 января сыграли, ну, надо играть. Сейчас будем периодически все время играть. Три звена с одной стороны, три звена было с другой стороны. Вот как бы такой хоккей был без задания, без ничего, они просто играли в хоккей. Потому что немножко соскучились, наверное. Мы тренируемся и ждем решения лиги о продолжении чемпионата. От этого будем строить свой распорядок.